Проблема состоит в том, что мы оказались в новом мире, мы к нему совершенно внутренне не готовы, и мы должны переосмыслить, во-первых, свое собственное существование, мы должны понять, какие ключевые вещи определяют наше поведение, и мы должны ухватить вот эту ускользающую ткань мышления, потому что люди современные действительно глупеют, и сохранить способность мыслить – это самая важная вещь. Вот. А как сохранить эту способность, если ты не понимаешь, что такое мышление? Вот, давайте с этого и начнем. Да. Что же такое мышление? Вот, ну, значит, мышление – это… У меня есть любимое определение мышления. Это способность создавать интеллектуальные объекты посложнее из интеллектуальных объектов попроще. Значит, ну, вообще, что такое… Зачем нам дан был психический аппарат? Он был нам дан для того, чтобы мы научились создавать такие модели реальности, в которых мы можем эффективно достигать тех целей, которые необходимы нам для выживания.